Мне нужен большой-большой супер макси мега антистресс. Конечно, пойдет. Давай скорее делай. Убери этого обломыша. У меня и так большой облом. Потому что получилось очень круто. Маша, смотри, что у меня есть. Ребята, всем привет. В прошлый раз у меня был такой большой стресс, что Маше все видео пришлось мне делать антистресс. Вот. Из всех своих пакетиков ластерсов или стирателей я открыл только два. И в них мне попались Халк, обладающий невероятной силой зеленый монстр, и Оса, супергероиня, которая может уменьшаться в размерах и летать. А сегодня давайте откроем с вами все остальные пакетики, и может Маша мне еще чего-нибудь сделает. Интересно, Ластик, сколько героев ты сегодня соберешь в свою коллекцию? Раз интересно, давай скорее открывать. Ребята, а вы напишите в комментариях, какая акция идет у вас, ластерсы или стиратели? Давайте посмотрим, кто попадется Ластику в этом пакетике. Ух ты, и кто это такой? А это Звездный Лорд, харизматичный лидер команды Стражи Галактики. Так, сейчас найдем, где его место. И откроем следующий пакетик. И здесь нам попался какой-то зверь. Маша, ну ты смешная, это енот. Да, точно, похож на енота. Говорящий енот-ракета, искусный пилот и технический гений. Какой умный зверек, поставим его на место. Открываем следующий пакетик. О, и здесь у нас опять енот. Это первая повторка, надеюсь, больше их не будет. Хотя две ракеты — это тоже классно. Ну да, енотик прикольный. Давайте посмотрим, что в следующем пакетике. А там виднеется что-то зеленое. Неужели опять Халк? Да, это он. Эх, опять повторка. Ничего, Ластик, давай открывать дальше. А здесь у нас уже что-то новенькое. Интересно, кто же это? Это женщина-паук. А что, и такая есть? Конечно, это обычная школьница с паучьими суперспособностями. Вот как бывает. Интересно, а попадется ли нам сегодня Человек-паук? Ну, даже если не попадется, один у меня уже есть. К тому же большой и мягкий. Сейчас посмотрим. Да, Ластик, здесь у нас еще один Халк. Ну что же это такое? Маша, у меня сейчас опять стресс начнется. Ага, конечно, твой намек понятен. Это не намек, ну сделай антистресс, а? Последний пакетик остался. Маша, если там опять Халк, тебе точно придется делать мне антистресс. Сейчас попробуем угадать. Нет, Ластик, это точно не Халк. Но я думаю, что это может быть Оса. Сейчас посмотрим. Нет, здесь новый герой. Какой смешной, на Кощея похож. Маша, это зеленый гоблин, величайший враг Человека-паука. Ластик, а ты уверен, что он зеленый? По-моему, он фиолетовый. Не знаю, в коллекции написано зеленый, значит зеленый. Ребята, а вы не знаете, почему он так называется? Может, он испортился, пока в пакетике лежал? Сейчас посмотрим. Вот он. Здесь написано просто гоблин, но на рисунке он и правда зеленый. А, это у него шапочка фиолетовая. Итого в моей коллекции получилось 6 героев. Ребята, напишите в комментариях, а сколько ластерсов вы собрали? А антистресс Маша мне сделает в следующем видео. Да, Маша? Конечно, Ластик.